В День защиты детей в перинатальный центр приехали глава Ленинского района Олег Хромов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и актриса Илона Броневицкая, чтобы поздравить новорожденных и их мам с этим праздником. 1 июня здесь появились на свет 22 ребенка. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо вам. Мы очень хотели именно в июне родиться, потому что срок нам ставили на 30 мая, но тем не менее ребеночек захотел появиться именно в этот день. День защиты детей. Здоровья вам и вашим малышам. Спасибо. С рождением. Первый. Третий. Третий ребенок, второй мальчик. Да. На коньки поставишь в 3, а приведешь к Вячеславу Александровичу через 5. Ну, 4 важно. 4. Да. Компромисс нашли. Мы приходим в День защиты детей к самым-самым маленьким, которых мы только с сегодняшнего дня начинаем защищать. Хотя перинатальный центр и роддом – это там, где ребенка сопровождают еще в утробе матери, и он здесь появляется на свет. И все уже обращаются ко мне, чтобы привести их в хоккей, мальчишек, в академию хоккея. Надеюсь, мы в ближайшее время сумеем организовать хоккейную спортивную школу здесь, в Видном. Ну что, готовы? Ура!